спокойно должно отдаваться. Не Даже знаю. больше. Я на сове не могу больше пятнашки дать в палку. Ну, фулл баф. Какая разница? Мы просто возьмем тех, кто выше по ДПСу. Да, конечно, конечно. Я тоже не понимаю тут эти замеры. Похоже. Два бича ты имеешь в виду? Два ханта остальных? Да нет, там все будут. Ну, посмотрим, кто из хантов больше дает. Они же там... Ханты сейчас разрывают. Да, да. Святоса я тоже хотел посмотреть. Ну, Святос это по-любому надо в рейд взять. Один вар, чтобы был он армс, он 4% фисухи будет давать нам. Это прям бомба. А где собственно, вся рейндж-пачка? Почему так ну, много мирит? Вот, да, вопрос интересный. Адзири, это же Элем, да? Это, расскажите мне, я вот это, по расам не очень ориентируюсь, но у меня как бы классы только перед глазами. Ну вот, допустим, во второй пати какие у вас там... Так, я смотрю, вот Кейн, это орк. Так, это 2 силы процента, да, если не ошибаюсь. Пандарен что дает? Пельмеш. Ничего не дает. Нихуя не дает, да? А, ну просто его апнуть, я понял. Я понял. Смотри, в каждой группе должен быть Синдарай и Эредар. А в мили-группах должен быть еще и орк. Все. Ага, ну короче, а Булкин, Булкин это что, значит рожденная. А значит рожденная что дает? 5% чего-то там, да? Да? 5 энергии, 5 ярости, да, и так далее. Там. Ага, ну вот Эридар Ваня там, это он что-то дает. Че Эридары дают? Что-то урон. Крит урон. 2 крита, ага. Эридар второй рарник. Скромник. А скромник это кто вообще? Это мордонец. Это мордонец. Я просто за компанию побить палку хочу. А, я понял, ага. Оценить свой ДПС. Понял, понял. А кстати, Рос тоже не 100% попадает на РТ. Меня могут позвонить, и я могу съебаться. Я в течение 20 да. минут за анонсом смогу я быть сегодня или нет. Да, ну ты на подхвате, если что. Тут люди... Да, ну до РТ я вам сообщу, да, окей. Тут люди, которые уже ходят третье КД. Ну если у тебя, там первый приор, там если что-то надо, там... Не-не-не, мне ссылка, я буду все равно колбу лутать у себя в рейде. Угу. Ты тоже побить палку. Ну, побить палку, посмотреть на других ДПС. Да, раньше пачки нету магов, парочку там шипешника. Арк ма клеска. ЕВБ вроде шипешка, не? Не, он ДЦшник. А. Изначально. Хуёво. Так он в первое КД вроде в ШП ходил. Ну, потому что Килай ДЦшником была и был Эрдру. А Килая не будет, что ли? Не знаю. Она сказала, подойдет. То, конечно, подойдет. Я уверен, что она будет. Вот, как раз ШП есть уже. А вон она в 25-ке сидит. Может, туда перейти? А, нет, сюда я пришла. Прыгну. Она уже сюда, по-моему, перешла. А вон она с Элем какой-то сидит на замене. Да, да, есть 5 минут. Это не замена. Это еще ничего не это неизвестно. Ну, в принципе, вам неизвестно. Я насчет Элема сомневаюсь, не знаю, сколько он дает. Элем много дает. Да? Ну, РДДшникам, да. Там и плюс 3 или 5% крита, и плюс 300 СПД, что-то в таком духе. Ну, СПД у нас... СПД у нас демон сейчас будет давать. Демон, а они больше перезаменяют друг друга? Ну да. А да. Кисло. Так отморозок, ты хочешь в хила или в кота? Да мне похуе, хоть медведем, хоть котом, хоть деревом. Как раз просто пятый хил не хватает. Хотя там килая будет точно, блин. Я забыл. Ну я могу сходить со вторым рейдом, мне похуй. Ну я думаю, что будет демон при замере, правильно же? Ну да, демон в любом случае нужен. Ну прошлые рейды у нас кто был? Имя имен, по-моему, демоном был. Да. Ну, там, Хайрина, ты смотри уже по тому, надо ли тебе шмот с ЦЛК, с самого рейда. Если тебе, допустим, надо шмот, ты уже смотри. Если у тебя приоритет есть на шмот, ты иди, конечно. Слушайте, так а что там? Вы сейчас не бейте, не тратьте КДшки. Да, лучше КДшки не вешайте. Не, ну минуток сколько там, пару минут есть еще. Это, а сейчас я тебе ассиста дам, килая.
Короче, этот Эрдрута будет, я что-то не вкуриваю. Но мне Макс, ну, Синтек говорил, что он будет сегодня. Но его пока нет. Ну, мы и времени как бы еще, знаешь. Ну да, 40 минут пока. Банты еще. Ну, в принципе, Эрдрушника мерить нечего, но главное, чтобы если будет, будет хорошо. Если не будет, придется в холика спекать. Я, короче, пока на это. На шамана зайду, ну, пока вот тут. Отойду. Где моя МК, мне больше интересно. Вот маг какой-то есть, хотя я его не знаю. Не-не-не. Че это за маг, вот этот Аркманес? Ну, можно даже... Ну, там нету 4-4, как минимум. А, нету, да? Всем привет. Печально. Нет. Насколько я помню, это не самый одетый маг. Он новенький, он пока ребята, собирается да. Только. Угу. 3-10, 4. Не, ну если тебе Хайрина пофиг на КД, если ты во второй рейд не можешь пойти, вообще никак. Если тебе прям нужно залутать будет волю, допустим, или что ты говоришь, вот Валя там, допустим, пояс с Вальки. Если у тебя по приору ты есть, ты можешь зайти там, ну. Или пойдешь в рейд, только надо договориться вместо кого. А ты откуда вообще? Ты с шляпы или откуда? А, ты с шляпы. Ой, кто там с шляпы? Танку здесь? Кто там? Где там этот сочный? Че он не заходит? Вы на арго пишете. Ну, он сказал, что ему плохо. У вас два мага, насколько я помню, были из... Они позже приходят в 17.30. Нам надо в 17 стартануть хотя бы. Ну... Отравился, что ли, хуй пойми. Просто у нас сейчас жуткий недобор РДД. Ну, я вижу. С учетом того, что здесь и даже еще замера не было. Ну, как минимум 3 РДДшника надо. Может, пару хантов. Тихо. Ну, ханта, ханта возьмем, допустим. Ну, Фонкич должен дать спокойно 15+. По шмоту я смотрю. Сейчас глянем. Там, так сказать, базовый набор есть. Понятно, что там нету супер крутых триник, но все остальное имеется. Триники хуйня. Вон. РС второго рейда, вторая РС-ка зависит от количества людей с проходками. Можно с пугами собрать в теории. Вполне. Ну там немножко на сбор потратить надо будет. Можно, да, собрать. Если мы, к примеру, 8 боссов за полтора часа ебанем, минут 40 на сбор потратим, и можно будет слетать РС-ку, десяток пугов, к примеру, добрать, там, анрол один. Раньше, нахуй, да. Кроме 15, мы что-то все не собрались. Не, мы за один день ЦЛК плюс РС не закроем. Может, даже не мечтать. Не, я говорю про вторую РС-ку. Я не тебя. Чтоб ЦЛК плюс РС закрыть, надо ЦЛК за 2,5 часа. И РС-ку 20 минут. 2,5 часа на ЦЛК? Это что-то интересное. 20 минут ЦЛК проносится. Ой, РС-ка. Нет, я говорю, что ЦЛК за 2,5 часа это что-то интересное. Не знаю. Сильно сомневаюсь. Нормальная тема. Ну, возможно. Но я такого не видел. Когда у всех нормальный урон, и никому тактику не надо. Ну да, да. Заходишь, убиваешь и уходишь. Ну, в первое КД мы не закрыли и за 3 часа фулл ЦЛК, а у нас было все в порядке. И с уроном, и это было до нерва. А кто там у нас такой тихий? И т.д. и т.п. Это Хант Фонкич. Ладно.
Я думаю, больше людей нету. Этот, ну, Рик, ты в Дисе, нет? Подожди секунду, я для интереса посмотрю, кого у нас нету. Грубо говоря. Надо будет, кстати, соскринить, когда состав пойдет. Водикон тут, Хейки тут, Сочный тут, Грилли тут, Хози нету, Анимейник тут, Слайер нету, Быстро Двиглс нету. Не, я считаю тупо РДД. То есть нету Хози, нету Слейера, нету Быстро Двиглс, нету Лазер. А, нет, Лазерная есть. Три РДД нету. Один одного точно не будет, потому что Хози ливнул. То есть нету этого Слейера. И Быстро Двигался. Все, это первое КД. Так, через сколько мы бить будем? Час, через минуту. Там масло сбегаю, куплю. Так, короче, да. Ну или дайте ему, чтобы не бегать. Дис. Давайте Локи шкаф ставьте и суммоним здесь еще, подамажите. Роза суммоните. Мордонит, что за перс у тебя? Кем ты дамажишь? Скромник у него какой-то. Но он так чисто пофоткаться пришел. Ребят, секундочку, сейчас масло купит прям. Знаете, рыбу я вам поставлю. Если нет, то возьмите, у кого есть масло, чтобы... Я это... уже около аукциона. Хилам танком не обязательно бить, и этот Ваня тоже не бьет, потому что он ШМ собирает, он и так двадцатку дает. Тикайте на сумму, так вот рога. Давайте рыбу, сейчас это самое. Так, ну примерно я накидаю, как я вижу. Так, допустим, так. Только раскол, пожалуйста, стакайте, будет прям супер. Отморозок у него какой спек, скажите? Все. Кто-кто еще раз? Ну, то есть, у него есть кот, у него есть медведь, у него есть дерево. Дерево как одето, отморозок у тебя? Превосходно. Для ХМа вполне прилично. Ага. Ну, то есть, ГМХМ он с нами закрывал, по-моему, где-то. Он Зуламан хилил, так что нормально. Дайте пати Акиса, мне забрали помощника. Так. Акиса, как слышишь, так и пишешь. Это кто? Какой класс? Шаман. Шаман? Лем? Ну, не знаю я, это какой-то новенький, походу. Ну, пусть будет, хоть в движение будет видеть. Вдруг он сейчас накажет всех тут присутствующих. Ну да, вдруг тридцатку даст. Ну это, Килай, да, это пати ему. Или кто это, Хейки хочет дать? Да без разницы, это из нашей гильдии. Хейки дал ассист. Я кинул пати. Я закинул. Пати. Так, ну ешьте рыбу, чё, фулл баф давайте. Я думаю, все тут уже. Алкина, ты где, тебя не вижу. Я должна за фласком. Заканчиваются. Фласки, масла мажьте. Бьем 3 минуты 30 секунд. Под Гера из фула. Хила, это где? Я в Долоране, я за фласками и маслами, я сказала. Okay. У меня все заканчивается. Че, хотите, чтобы я тоже манеген потыкала? Да не, не надо. Объясните мне. Я тыкнула, побила. Не знающему человеку, объясните, зачем давать Геру с пула? Просто чтобы побыстрее дамажилось, кастовалось все. А какая разница? Ну, например, мне с Гера с пула дико бьет по ДПСу. Всем очень профитно Гера с пула. Ну, может, не всем, но 90-90%. Мне вообще не профитно. Потому что я ловлю проки только секунды 3-4. Отмени Геру еще. Ой, не ной там. Вот мне бы было бы профитно, если бы мы в экзекутку били. Все, сейчас будет профитно, короче. По отчету на счет 3 будем бить. Принимайте готовность. Я вообще не ною. Каску можно? Раздавайте бафы. Сочный, ты тут готов? Там плюс один в рейд, если говорить не можешь.
убьем этот манекен. Суммоните меня еще раз, пожалуйста. Сейчас, сейчас. У нас как минимум демон в дисконнекте сидит. Это ты имя имен ты зайдешь? Да, я хотел на ретрике пойти. Стою вот у палки, тут жду команду бить. Не-не, на Локи, на демоне надо. Там ретрика 2 есть. Постоянных. Которые ходят. Че у тебя за ретрик? Я не видел ни разу. 245. Да не, во второй рейд. Во второй рейд? Там на Деликон вообще пойдет. Ну, тут... Как бы два ретрика есть, третьего я не впихну вместо Лока. Это будет РДД на милика менять, это будет параша. Заходи, где ты? Ты в Клаке был? Да. Надо, чтобы баф демона был. Это все-таки 600 СПД, не 200, как дает ЛМ. Так-то порядочный энх. Акиса, который... Подходите сюда, этот кружок на манекен поставил. Так, все, это имя мента тут. Еще раз проверку, да и все, и на счет 3 будем бить. Принимайте. Не, я голосом просчитаю. Так, кто там? Элим не готов. Имя мент, ты готов? Нет, сейчас я переоделся, пока спекс меню. Хейки, кинь и нам по имя мент. А, все, у него нормально бан. Все. Скажешь, как будешь готов, имя мент. А у тебя, кстати, Готов. Демон. Все, давайте. На счет 3 начинаем бить. Геру с пула, все как обычно. Приботы на счет 2 и на счет 3 начинаем бить. Раз, два, три. Поехали. Зубраджин угорает, стоит. А у Мадикена фулл хп как было, так и есть. Лагает, блин, пиздец. В рейде так же будет. Не, в рейде не так. Здесь слишком тесно. Так, ну я смотрю, Хейки вообще на втором месте. Энх. Охуенный. Акиса шестнашку жмет пока что. Из хантов Фокич только. Озерная мало. Вар точно идет, потому что 4% это даже если бы он 13 давал. Я не вижу раскола на боссе, он есть вообще? Не хочет вар, наверное, давать. Ну, в рейде будет давать. Это же влияет сильно на ДПС миликов. Хорошо, что на всех, а не на чей-то персонально. Да... ШПшника сильного нету. И, ну и такой нормальный ШПшник. Хоть какой-то, чтоб был. 2 минуты бьем уже. Когда 30 секунд останется, скажу. Там как раз прожимки у кого-то откатятся. 3-минутные. Да, я заканчиваю, у меня камни кончились. Понятно. Минус первое место.
25 секунд осталось. Ну, в принципе, все тут понятно. А киса... Да, что-то я прям супер мало на ретрике дал. Это нормально. Понятно, что БДК, БДК как ебет, так и ебет. Вообще поебать ему. Все да. Ваши нервы. Да ты считай наравне с ним. Это хейки же так говорит. Так у меня камни кончились, я бы первое место бы закрыл. Все, уже с 3 минуты 40 секунд вы можете стопать. Ну, вопрос только возникает поэтому. Все, стопайте. Вместо... Ну, Акиса может в рей пойти, но я не знаю, что у него по приору. Акиса больше это... дает, чем Адзури. Вот, ну из хантов. Из хантов фонки еще. Наверняка он не смотришь? Да, да. Ну там на 600 где-то. На 600 где-то. Акиса у нас совсем новый, и в рейдах, скорее всего, нет, приора я не вижу. Анзури и Лем-то. Ну, Адзири и Лем, как минимум. А, точно, ебать. Я не знал, что это Энг. Ну, Акиса тогда. Тогда мимо, там пельмешан еще больше тебя дает. Этот. Ну, не мимо, во второй рейд просто, и все. Да, да, это самое. Ну, все, получается, что? Вопрос только возникает, вот Кейн, допустим, и Хайрина, ну, больше его в Бладе дает. Вот смотрите Кейн там. Фрод. Кейн Фрост. Приор Кейна. Ну, Хайрина больше дает, что там, на 1500 где-то. У Кейна приор. Он топ-1 или топ-2 по приору. И он и Фрост. Нет. И ВБ, ты куда? Да, у него все равно приор есть там. Я как бы еще орк, если что. И ВБ, ты но где? Но патенты силы, нихуя такого. Зарекламировал такой. Прием, прием. И ВБ, ты куда ливнул? ШПшник надо. Короче, бафа от демона не было. У меня пэт стоял на пассиве, короче, нет такого. А, спасибо. Всем ну, спасибо. Как же вы заколебали меня своими демонами, МК и тому подобное. Этот, тогда маш без всего этого. С первой по пятую пати летите в ЦЛК пока. С шестая, седьмая, восьмая во второй рейд. Этот, ИВБ, ты тут? Просто можно вопрос, типа, а что, будут у вас танки меняться или нет? Просто я да, да. Прихожу и третий рейд просто иду курить. Кстати, да, я тоже бы хотел потанчить. Просто, ну, типа, ну, и ладно бы там левел бы какой-то, просто из-за того, что вар меня не берут в рейд, или как это работает? Да, ну, с варом всегда проблемно. Что? У нас есть вар танчащий, у нас есть два еще танчащих ДК, помимо мордонца. Не, просто, просто у меня 262 вар, и я просто сижу тупо и смотрю, как рейд уходит третий раз вообще просто без меня, да, например. Меня тупо не берут. Их дэмэдж вор, вот он, потому постоянно что... реально мимо его него. Ну а до этого ты ходил, да, на 8 боссов варом? Да я каждый раз пугами закрываю 8 боссов. Я хожу, ну вот там, воскресенье, я... воскресенье будет второй рейд. До воскресенья... До... Ну смотри, смотри ты сам думай. Второй рейд это не значит, что он всегда будет закрывать там 8 боссов. Он тоже будет развиваться. Ну там можно спросить мордонца, если он уступит. Насчет того... Я могу. А в принципе могу уступить, место на замене посидеть. Да, вместо мордонца нашего протвара взять. И я мог бы тоже уступить, место во второй пошел бы. Это кто? Рарник. Рарник. Не, ну Пал нужен ретрик по-любому, но насчет мордонца не знаю. У вас есть ретрик? Нет, вот смотри, сейчас замер ДПСа был, то есть я дамажил, у меня сколько я там дал? 11 тысяч я дал, то есть у меня есть, ну, как успех, деспект, то есть я бил без... Вместо меня Хайрину можете взять, класс. И все. 11 тысяч, так это же типа прям, ну, как танк. Не, вместо это все интересно, конечно, просто есть такое понимание еще, когда бафы есть какие-то для рейда, должны быть вот три паладина. Ну, например, я могу раскол стакать, да, тот же, который вам не будет стакать, тот же. Ну, смотри, если тебе прям надо что-то по приору, если ты хочешь прогресса какого-то, если ты все тактики знаешь, если вот Килая скажет, даст добро. Я во втором рейде хотел бы осколки пособирать. Я скажу, что он толковый вар, его можно вполне взять в рейд. Ну, смотри, если мордонец, ну, реально, типа, если... Я не против. Ну, я смотри, на замене. Не против. Ну, все, тогда кинем упати, мордонец просто это, почилит тогда. Че, отморозку дерева мы тебе? Да, Рарника он поменяет. Да, конечно. Другой рейд пойдет.
Да не надо, надо я не надо рарника. Я там осколки хочу пособирать. По отморозку скажите, деревом иду, нет? Да, деревом. Тут Ваня собирает, а я там буду собирать. Было бы вообще неплохо, если бы как-то сбалансировали эти оба рейда. А то тут супер ДД все, а в том рейде кто будет? Чтобы сбалансировать, надо сначала тот рейд сходить. Мы его две недели не ходили. Короче, это все, ну, вопрос времени. Хайрина плюсуй обратно в рейд. Ставьте шкаф. Все вот. Грилит, анименник, вы тут? Ставьте шкаф. Тыкайте. Где Хайрина? Киньте ему пати сочный или кто там, где он? Хайрина там хорошо давал в Бладе. Кстати, да, меня тоже завтра не будет отморозка, я на работу завтра. Ну там или сочный, или ВБ спекнутся. Там, в принципе, уже РСК будет добивать. Прием, Хайрина где? Он не пойдет, он сказал, второй рейд пойдет. Хорошо, кто там еще есть? Кто вам нужен? Вообще пала можно. Но я могу на скромника зайти. Давай на скромника заходим. А второй рейд без демона будет, да? Почему? Ну, а Локи еще есть у нас? Конечно, притом есть. Конечно, есть. Но я не помню, что у него по демон спеку. Афлик притон. Да был у него, по-моему. Вафликов сейчас все спекнулись. Сейчас только резнуться, потом мы отпишем. Пять минут на покурить есть? Да нет, уже трэш сейчас чистить будем. Ну иди кури пару минут. Все, я быстро. Сочный, принимай, Сумон. Ты где там? Призыв начат. Чего без ДБМ пула начали бить? А по отчету я в DC говорил. Танку, ну может мне тогда... Что такое? Танку, можешь это, в танка прыгнуть, пока на трэш и на ребре еще потанчишь на леди. Мне мордонцам ливнуть спать или нет? Да. Может, мешаю? Да, я кикну. Вот, кикнули уже. Или, кстати... Танку тикнуть. Или у тебя на скромнике этот танк есть? Нету. А, у меня на скромнике есть танк. Я вот не знаю, в отличие от танка, у тебя как одет. Это, ну пошли про товар. А, 200...